До того, как начать работать над дизайном iPhone 5, мы изучили, как потребители используют свои айфоны, и мы открыли для себя кое-что интересное. Люди используют iPhone только для того, чтобы делать фотографии своей еды. Они одиноки, поэтому используют эти фото, чтобы создать иллюзию полноценной жизни. С этим знанием мы вернулись к проектированию с чистого листа и представляем iPhone 5. Мы переосмыслили все. Ключевые вещи, такие как большой экран с высоким разрешением, и маленькие детали, такие как колесо управления, и объектив с 15-миллиметровой макрооптикой. Эти фотографии выглядят настолько хорошо, вы даже не можете себе представить. Люди будут биться в догадках, почему вы не спите ночью, выкладываете фото, и вам так хорошо. С максимальным значением ISO 640 iPhone 5 делает потрясающие фотографии. Лица друзей будут похожи на лица людей. Мы также обновили Siri. Она может понять, что за еду вы сфотографировали, и сделать забавные замечания о вашем образе жизни. Гороховый салат. Ням-ням-ням. Я счастлива. Я счастлива. iPhone 5 меняет правила игры. Ваши фотографии будут получать кучу лайков, сердечек, плюсов, отметок, репостов, реблогов и ретвитов. Все это заменит настоящее общение в вашей жизни. Я уже использую iPhone 5 несколько месяцев и полностью изменил свою жизнь. Недавно у нас был обед с моей девушкой, и нам не о чем было разговаривать. Я взял свой iPhone 5, сфоткал свои яйца, сваренные вкрутую, подключил iPhone 5 к MacBook, нашел сеть Wi-Fi, загрузил фото на Facebook, и через минуту друзья рассказали мне, как весело я провожу время. И вы знаете, на мгновение я в это поверил. iPhone 5. Представь свою жизнь лучше. Перевел и озвучил Вилсаком.